Львы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро-прогноз на февраль 2023 года. Работаем сегодня с лимитированной рождественской коллекцией от Busted Tarot, а также Epic Light Lenormand. Это сегодня те инструменты, которые я буду использовать в раскладе. Потому что иногда вы обращаете еще на те коробки, которые лежат на столе. Иногда они лежат для декора, не всегда те колоды, которые здесь выставляю, соответствуют тому, с чем я работаю. Поэтому всегда обращайте внимание на то, что я говорю в начале видео. Что ж, настраивайтесь на расклад, будем анализировать и смотреть, какие перемены готовит вам этот месяц, на что вам настраиваться, к чему готовиться и чем месяц вас приятно удивит. Итак, общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни. Так, мы смотрим рекомендацию для карт. Арканы видны, надеюсь, хорошо. Приступаем. Общая энергия месяца, двойка чаш. Ну что, мои хорошие, вас захлестнут здесь эмоции. Для кого-то построение новых партнерских отношений, личных отношений, социальных, деловых. Для кого-то восстановление прежних, устранение конфликтов, ссор, выяснение взаимоотношений. То есть под эгидой этого аркана, это знаете, как жить в согласии, идти на компромиссы, идти на примирение, жить в любви, жить в достатке, жить в радости. Потому что двойка чаш у нас это еще карта соития, слияние. Причем не обязательно именно в личном контексте, это может быть слияние деловых партнеров, это обретение также может быть близкого, сердечного друга, это знакомые, которые вас поддерживают, вас верят. Но двойка чаш не всегда может быть отыгрываться именно в аспекте личной жизни. Она у вас отвечает за общую энергию этого периода. Мы, конечно же, с вами посмотрим и проанализируем, какой стезе для вас она больше прозвучит. И по пажу мечей это избавиться от недоверия. Это избавиться от колкости, сарказма, в чем-то, не могу назвать, что эгоизма, но недоверие к людям и желание искать во всем всегда подвох. Здесь это жить с чистым сердцем, это научиться доверять, это научиться выстраивать плодотворные союзы, то есть перемены к лучшему. Ну и, конечно же, анализировать свою модель поведения в этой ситуации, в этом случае. Если смотреть вопросы работы, двойка пентаклей, ну что ж, лавировать, это основной момент звучания по этому аркану. Как будете лавировать, будем анализировать. Для тех, кто у нас не работает и по ряду причин работать не может, по королеве чаш, здесь это лавировать между какими-то бытовыми обязательствами и желанием раскрыть свой потенциал в хобби. То есть то, что вы делаете для души, для тела, для эмоционального удовлетворения. Допустим, пишете музыку, картины, вяжете, просто занимаетесь каким-то творчеством. То есть найти в этом не только отдушину, но и впоследствии получить за счет этого монетизацию. Если вы у нас в статусе соискателя, двойка пентаклей и двойка мечей. Здесь как выбирать между несколькими направлениями, между несколькими вакансиями. Это еще вопрос сомнения, вопрос выбора. То есть с кем заключать деловые контракты, куда податься. Трудоустройства здесь пока не вижу, потому что будете метаться. Если вы наемный сотрудник, то двойка пентаклей и башня. Разрушение старого, потому что находите альтернативу новую. Здесь, ну, допустим, увольняетесь с текущего места работы, переходите на новое, либо меняются условия работы, работа удаленная на дому. Но я обязана это проговорить. Если вам интересно, вы можете проанализировать и посмотреть расклады других знаков зодиака. Энергия месяца у многих идет одна и та же. Я еще раз делаю акцент, что в феврале, в марте будут серьезные геополитические изменения. Будет переход боевых действий на новые территории. Поэтому для многих это ознаменуется как раз вот этой ситуацией, когда вам нужно будет адаптироваться под условия. Это не касается Украины. Война идет по всей территории Украины. Да? Это уже касается новых территорий. Не побоюсь этого слова стран Беларуси, Российской Федерации. Поэтому вот здесь геополитические изменения, которые могут коснуться вас. Поэтому, чтобы себя подготовить к этому, ищите какую-то альтернативу, ищите альтернативные способы заработка, удаленную работу, чтобы ситуация не застала вас впоследствии врасплох. Если, допустим, мы смотрим ситуацию для жителей Украины, то вот эта связка карт говорит о том, что вы можете искать дополнительную подработку, дополнительную работу, то есть ну, выживать в текущих условиях, адаптироваться к текущим условиям. Если мы смотрим ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, туз мечей, роковые волевые изменения, тут, простите, не туз, тройка мечей, видите?
У многих резкие изменения, кардинальные изменения, когда, допустим, придется закрывать одно с целью открывать другое. Или подстраиваться под ситуацию, когда, допустим, мощности вашего предприятия, вашей фирмы нужно будет переносить в другие моменты, как вопросы релокации. Потому что, видите, двойка пентаклей – это лавировать, подстраиваться под обстоятельства. И тройка мечей – ситуация, из которой нужно выжать по максимуму. Не получается здесь – все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мы адаптируемся в другом месте. Поэтому еще раз говорю, предупрежден, значит вооружен. Если смотреть финансовую сторону вопроса, у нас здесь ложится рыцарь мечей. Кстати, почти у большинства здесь башня, рыцарь мечей, король мечей. Траты, 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 еще раз траты. Связаны с переездом, с геополитическими изменениями, с инфляцией, там, с падением курса, всего-всего. То есть даже если у вас достаточное количество денег, не у всех, допустим, они есть в валюте, это может быть просто серьезное такое проседание ваших финансовых возможностей. Поэтому, ну если, знаете как, планировали что-то себе приобретать, может имеет смысл об этом задуматься и опять же отложить для себя какие-то ресурсы на февраль месяц, чтобы потом не остаться ни с чем. Вопросы здоровья. Девятка пентаклей. Ну здесь прекрасная карта, карта самодостаточности, карта целостности, карта вложений в себя. В укрепление иммунитета, в свое состояние здоровья. Помимо всего прочего, ну, девятка пентаклей – это вложение в молодость, в красоту, в обновление. Когда вы сияете, знаете, как и энергией, и улыбкой. То есть здоровье идет изнутри. Для женщин, не для всех, но тем не менее, это могут быть вопросы зачатия. Поэтому кто планировал, готовился, самое время. Ну а в целом это вложение в себя, в изменение образа жизни, режима жизни, вопросов питания. Потому что здесь научиться ценить себя. Это в первую очередь. Вопросы личной жизни. Что у вас здесь? Девятка жезлов. Защита. Закрыться. От чего-то абстрагироваться, выстоять. Ну что ж, будем смотреть. Для тех, кто у нас свободен, по королеве пентаклей. Здесь речь идет о ситуации, когда вы будете стремиться только к стабильным отношениям. То есть не разменивать себя на какие-то скоропостижные, скоротечные связи. Для мужчин это может быть знакомство с женщиной земной стихии, Телец, Дева или Козерог, но она от вас будет дистанцирована, закрыта, поэтому будут попытки каким-то образом привлечь свое внимание. Ну а для девушек эта связка карт указывает на ситуацию, что научиться ценить себя и не разменивать себя на пустые связи. Но будут ли здесь перспективные знакомства? По суду это только будет перспектива возврата бывших кого-то из прошлого, поэтому будьте к этому моменту готовы. Если вы у нас в любовных треугольниках, девятка жезлов и карта Луна. Ну, по этим арканам могу сказать так. Осознание того факта, что вы находитесь в ситуации самообмана, что много лжи, много неясностей, это чувствовать, знаете, интуитивно, телепатически, и многие из вас будут закрываться от таковых отношений. Если же вы у нас в стабильных связях, то здесь по восьмерке мечей закрытость, дистанцированность, изоляция, ощущение себя одинокими. Ну, если смотреть... Сейчас даже давайте хочу посмотреть. Тут умеренность. По какой причине? По какой причине? Рыцарь чаш. У некоторых это быть на расстоянии. Поэтому и вот здесь, знаете, ощущать этот дискомфорт. Может, кто-то уехал в командировку, либо там уехал по работе. То есть еще какие-то нюансы. То есть находиться на расстоянии, из-за этого ощущать себя, ну, говорю, эмоционально нестабильными. Плюс, опять же, девятка жезлов и восьмерка мечей. Если вы вместе, если вы рядом... Это эмоциональная опустошенность, потому что ваши думы, ваша голова вообще будет сосредоточена на других целях, задачах, будет, знаете, как не до романтики, не до эмоциональных связей, не до партнерских отношений, потому что перед вашей парой и вообще перед вашей ситуацией будут стоять другие задачи. Да, вы будете сплочены, да, вы будете поддерживать друг друга, но здесь это, знаете, как совместно переждать какую-то бурю, вот чтобы вам было понятно, о чем здесь идет речь. Если смотреть на совет, на рекомендации, туз чаш. Я понимаю, что легко советовать со стороны, но что бы ни происходило, старайтесь не ввергать себя в глубину, в пучину каких-то страстей, депрессивного состояния, эмоциональных переживаний. Концентрируйтесь в любом случае на позитиве. Опять же, смело идите в новое, в то, что вас радует, то, что вам дает удовольствие, то, что вам дает эмоциональную поддержку. Не бойтесь нового этапа жизни, не бойтесь нового начала. Для многих, для кого-то переезд, для кого-то зачатие, у кого-то новые отношения, для кого-то
переформатировать себя и уйти на новую работу. Вот это новое, то, что будет приходить в вашу жизнь, пусть оно будет приходить в какой-то степени, может быть, болезненно, но оно кардинальным образом изменит вас и вашу жизнь на 180 градусов, но изменит в положительном ключе. Важно это просто постараться развидеть. Так, смотрим, что здесь относительно неожиданности. У нас здесь ложится башня, гроб, крест. Вот это карты. Слушайте, ну если смотреть здесь по этим арканам, это серьезный эмоциональный подрыв здоровья. Почему я говорю именно эмоциональный? Потому что корни крепкие, а осыпана листва. Дерево такое, знаете, как прочное. Вот когда осыпается листва, это, знаете, как полное эмоциональное выгорание. И как следствие, если смотреть по этим картам, очень серьезный стресс. Потому что вот башня, гроб, крест – это серьезный эмоциональный подрыв вашего состояния здоровья. В позитивном аспекте. Для некоторых это выход на пенсию, просто стрессовая ситуация, переживания по этому поводу. Дальше, в позитивном аспекте, ну, у тех, у кого есть свой ритуальный бизнес. Работа у вас будет более чем, тут будет рост доходов за счет, ну, что мне объяснять? Думаю, ребята, поймите, я не могу искажать информацию, даже если она вам не нравится, в угоду тому, что вы хотите слышать то, что вы хотите слышать. Расклады существуют для того, чтобы воспринимать информацию адекватно. И самое главное, быть непредвзятым в этом вопросе. Озвучиваю для того, чтобы вы пытались что-то изменить, чтобы избежать вот этих вот ситуаций. То есть это не с целью вас настроить на негатив, услышите меня, а с целью, чтобы вы этого избежали. Итак, в позитивном ключе, только если вы хотели, допустим, реализовать себя как патологоанатом, либо открыть свой ритуальный бизнес, либо если вы в этом нише уже работаете, то здесь однозначно у вас будет все в плюс. Потому что если брать с точки зрения состояния здоровья, ну, это боль в спине, это душевные боли, знаете, которые вот влияют на весь организм, потому что, ну, влияет на это психосоматика. У кого-то это может быть хроническое заболевание, которое вы несете как крест по судьбе, ну, допустим, псориаз, который может быть в стадии ремиссии, но в целом все равно рано или поздно давать о себе знать. Ну, и еще такой момент. Если в жизни многое не ладится, либо какая-то конкретная сфера жизни для вас закрыта, может быть, личная жизнь, проанализируйте, потому что здесь может быть тяжелая судьба, да, и сложная как бы родовая карма. Поэтому здесь делайте на этом акцент. Сейчас я хочу еще посмотреть, потому что, ну, поймите, меня же смотрят не только любители, меня смотрят практики. И практики, которые видят эту триаду, они прекрасно понимают, о чем здесь идет речь. Я запрашиваю, есть ли здесь смерть кого-то из близких или из родственников. Я не вижу здесь вопросов смерти. Здесь я повторилась, о чем идет речь. Все то, что я вам озвучила до этого. То есть, видите, и эмоциональные переживания, связанные с этим. Потому что тучи – это нервозность, это может быть в чем-то истеричность, это могут быть нервные срывы и переживания. Поэтому не доводите себя до этого. Вот таким выходит расклад на этот период. Месяц во многом непростой, но моя задача скорректировать так, чтобы у вас все было со знаком плюс. Я вам искренне от всей души этого желаю. Для тех, кто, как всегда, мне пишет, фу, там наговорила херни, ты там ненавидишь львов, если что, я сама по асценденту лев. Поэтому эта информация справедливая для меня, потому что я уже предвкушаю эту писанину. Поэтому, ребятки, относимся адекватно к любой информации, к любой ситуации. И все будет в порядке. Вот таким выходит расклад на этот месяц. От вас я буду ждать обратной связи относительно того, как он отыграется. Я поставлю вам здесь итоговую карту, ключ, чтобы вы нашли решение в любых непростых ситуациях. И сама Вселенная поддерживала вас. Вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.